4 стих. «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей». 1 Фессалоникийцам 5:17. «Непрестанно молитесь». Непрестанно молитесь. По молитве святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих, и жизни подателю, приди и вселись вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Авва, Отче, услыши молитву нашу. Помилуй и прости меня грешного. Тайное и явное, в уме, в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои, прости. И соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал, Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за день, в который дал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя, покроем оформ любви Твоей. В скорбях, печалях, в тесных обстоятельствах Ты помогала мне. От позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша, Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов и опасностей, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И в смертный час не покинь. И на мытарствах страшных и непонятных проведи душу мою, введи в Царство Небесное навеки. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, быть благочестивым и довольным, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствуясь и малым, и искать прежде всего Царство Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Господи, коснись сердец митрополитов, епископов, священников, диаконов, патриарха, всех служителей Твоих, всего народа Твоего и всех молящихся Тебе. Даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Авраам, Исаак, Яков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иоиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию
и за дивных пророков, которые, движимы Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей государств и народов, даруй им мудрости издавать добрые законы, чтобы проводить нам тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте, и чтобы было из чего выделять нуждающимся. Даруй нам священника, рожденного свыше, и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристовых начертаний, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые учителя Церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья и Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Иустина. Молите Бога о нас. Господи, даруй послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Тебе, Господи, благодарение, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитвы всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец, прими нашу молитву, о всех заповедовавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И молим о незаповедовавших, отверзи им двери покаяния. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Благодарю всех за молитву. С нами Игнатий Тихонович. Задавайте вопросы, у кого есть. Вопросов нет, отхожу. Можно вопрос, Игнатий Тихонович? Мир вам. Анастасия, вот, хочу спросить. Можно? Можно. Игнатий Тихонович, вот мы молимся, что на всю святая воля Твоя, Господи, да? И, а вот меня спросили, а как вот смерть детей? Вот, ну, есть на это воля Божия? Как правильно ответить на этот вопрос? Что-то плохо слышу. Ну-ка, переводчик, сделайте более понятную речь. Игнатий Тихонович, спрашивают, говорят, на все воля Божия. А вот люди спрашивают, а есть ли воля детей на то, чтобы дети умирали? И как на это ответить правильно? А так, что в воле Божией все и находится. Всякое творение Божие. Он знает, кем он будет ребенок.
Мы видим сегодняшний день, а Господь видит будущность. И поэтому мы должны благодарить Бога, прославляя Его за милость. Вот смотрите, как у Иова сразу 7 сыновей и 3 дочери в один день погибли. То есть допустил Господь. И несмотря на это, он Бога прославил. Бог дал, Бог взял. Вот что мы должны говорить. Мы не знаем. Даже на сегодня не знаем, на один час вперед. И поэтому мы просим, да будет воля Твоя святая. Самая главная молитва – Отче наш. Как на небе, так и на земле. Вот и все. Отвечаем так. Господь – любовь. Он милостивый дал жизнь и взял ее. А люди смотрят на сегодняшний день, как будто по воле родителей родился. Ответ один. Величие Божие. Мы должны смиренно склонить голову. Господь мне дал, Господь и взял. И написано у царя, когда многие погибали, описывает, к одному благоволил Господь, взял его, и он умер первый. Когда мы смотрим, что за гробом есть вечность, тогда вопросы все по-другому рассматриваются. Вот так. Благодарю, спаси Христос. Да будьте уверены, что у Бога все известно. Да. Можно еще один, пожалуйста, вопрос? Можно. Вот послание апостола Павла к римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот, а если ты, если какой-то человек не призван Богом, не любит, ему не ко благу, разве это все? То, что с ним происходит. У верующего не возникает этот вопрос. Он меня сотворил, я молюсь. Он меня избрал из этого мира. И поэтому, что бы ни было, говорит, расхищение имения вашего приняли с радостью. В этом и заключается, содействует ко благу. То есть неверующий просто это не понимает, да, что ему ко благу. Мы за что-то цепляемся, не зная, что это, в конечном счете, для детей будет вредно. Нужно научиться за все славить Бога. Содействует ко благу. В Риме не все так понимали. Апостол Павел это подчеркивает. И даже 10:13 говорит, если увеличиваются какие-то трудности, увеличивается и сила наша. Говорят, а почему дьявола не убрал? А за что бы ты награду получил? Вот вышел человек на ринг, а никто не вышел. Какая ему награда-то? А поэтому Господь и знает, что нам это необходимо. В раю был Адам. И вывалился оттуда. А Ева был на гноище и выброшен из города. И однако был спасен. Все зависит от того, как мы это принимаем. Слава тебе, Боже, за все. Слава тебе, аллилуйя. Вот так. Слава Господу. Благодарю за ответ. Спаси Христос. Да, будьте довольны, потому что всякое малое сомнение расторгает наше единство с Богом. Он Бог мой. Он сотворил Вселенную, сотворил тысячи галактик. Но на этой именно Земле находимся. Такая власть, такие события. Человек не может заменить, чтобы, говорит, как ночь и день были, зима и осень, лето, так будет всегда. Люди не могут ничего сделать. А я в школе учился, когда говорили «мороз», и знойный ветер, если надо, укротим. Укротили? Это неправда. Все в Твоей власти, Господи. И поэтому напрягаться тут не нужно. Помоги, Господи, что Ты допускаешь, благодарить Тебя. Я в жизни прошел такие трудные этапы, ну, Господь позволил за все слабить. А теперь, если бы обернуться назад, хотел бы по-другому? Не знаю. Потому что из того, что было плохо, все вышло на добро. Слава Христу. Игнат Тихонович, можно вопрос? Да можно. Давай, Девора. Мир вам. Игнат Тихонович, а можно ли идти заранее на работу, зная, что эта работа причиняет вред твоему здоровью? В рентгенологию.
там... Никак, если знаешь, что это грешит. Тело наше – храм Божий, и делай все, чтобы тело это было здраво. В этом храме Дух Святой, и поэтому пренебрегать, какие бы упреки нам не были, а мы все равно будем повторять. Храм этот нужно сохранить. Тело мое, вот это, храм, храмина так называют. Если ты знаешь, там вредно, зачем тебе идти туда? По деревьям лазишь, не лазь больше. Лазить больше не буду. Я сестрам береги сказала, себя, что многим нужно. Многому научились от тебя. И для многих стала примером. Тебя так любят, у кого работаешь. Благодари Бога. А больной человек, кто его знает, как будет, перенесет или не перенесет? Игнатий Тихонович, я за сестру спрашиваю, не за себя. Но благодарю за ответ. Ну что же, в первую очередь, ближнего как самого себя. А вот как самого себя надо определить, а на ближнего-то копию сделать. Как самого себя. Одеяло тянет, говорит, человек, на себя. Господь не говорит, что ты ближнему люби больше, как нет, как самого себя. А не так, я последний отдам, а мне на работу идти, а я ничего не поел, и какая же сила в тебе будет? По мере сил в разуме. Вот это от Бога. Ну, нигде лишнего на себя не трать. Старый говорит, а как вы с бабой-то с нашей прожили, сколько, 70 почти лет? Он говорит, сынок, мы жили в то время, когда старые не выбрасывали, а ремонтировали. А так сегодня раз развелся. Это не годится. Все. Благодарю, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Отхожу. Слава Христу. Благодарю за молитву. Благодарю за молитву.